Давай. Замечательно. Все. Замечательно, молодец. После летней паузы возобновила тренировки команда по бочча спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец». Бочча – игра с мячом на точность. Она специально разработана для людей с самыми тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. При этом бочча является паралимпийским видом спорта, и в активе щелковской команды уже немало достижений. Победы в чемпионатах и кубках России, в международных турнирах. 3 человека имеют звание мастера спорта, входят в состав сборной России. Я занимаюсь бочей 13 лет. Что она мне дает? Какое-то занятие в жизни. Либо заниматься чем-то, либо в кровати лежать. В общем-то, выбор невелик. Лучше спортом. Суть игры – поставить свои мячи, например, красные, как можно ближе к белому джекболу. При этом надо постараться выбить подальше синие мячи соперника. В этом у бочча есть что-то общее с кёрлингом. Пробуем синий пробивать чуть-чуть. Там красный ближе. Вань, точнее, точнее. Чуть-чуть, немножко точнее. Вот, да, точнее, давай. Труд этот тяжелый. Вроде кажется, ну что покидать. Нет, ничего подобного. Даже у здоровых людей, даже я с ними сажусь, мне никогда, в общем-то, что сама учу их, и у меня иногда не получается то, что я учу их. Они вас обыгрывают? Обыгрывают, обыгрывают. А ой, я рада, когда обыграют, это вообще просто. Бочча – игра непритязательная, играть можно на любой подходящей площадке. Основной инвентарь – комплект мячей. У каждого спортсмена, особенно профессионала, он должен быть свой, индивидуальный. Есть натуральная, искусственная кожа, там наполнители, ну, силиконовые шарики. Но для каждого индивидуально. То есть каждый спортсмен, который уже вник в то, что нужно, и он для себя подбирает комплект. Они разной жесткости, есть мячи пожестче, есть помягче, есть... Совсем мягенькие. Удовольствие это не дешевое. Стоимость комплекта из 13 мячей профессионального уровня доходит почти до 200 тысяч рублей. Тем приятнее событие, с которого начался сезон у щелковской команды. Инвентарь помог пополнить глава округа Андрей Булгаков. К Андрею Алексеевичу обратились, чтобы, ну, как бы приобрести, вот, помочь в комплект. Вы знаете, он с удовольствием все выслушал, все, как бы, это, все нас понял. И вот, знаете, спасибо огромное, мы как раз приобрели этот комплект. Новыми мячами, в частности, играет Ксения Тютнева, член сборной команды Московской области. Она готовится представлять Щелкову в сентябре на чемпионате региона, в дальнейшем на соревнованиях федерального уровня. Тренер Татьяна Лапшина говорит, что у таких людей, как ее подопечные, немного вариантов приобрести спортивные навыки. И как раз регулярные занятия бочча – то, что надо. Игра развивает ловкость, силу, координацию движений, учит тактически мыслить. Да и просто влияет на настроение и самосознание игроков. Это точность у них. Во-вторых, это ловкость. Во-первых, это нужно не то, чтобы просто думать, куда поставить. Надо еще продумать за соперника, куда он может поставить, что он может выбить. Это очень, как бы, я считаю, что такое игра. Для них это очень нужно. Вот честно, что спасибо тем, кто придумал. Ирина Микеда, Владислав Реус, Щелковское телевидение.